Чтобы система планирования заработала, должна быть система заказов. То есть, опять-таки, ключевая идея современной организации планирования, что все планы по ремонту, по обслуживанию, они выглядят в виде нарядов. То есть, именно отдельных заказов, отдельных заданий на выполнение работ. То есть система заказов это является еще более, наверное, необходимым элементом до начала там, планирования. То есть именно некая формализованная система выдачи заказов и оценки их выполнений. Ну, я вынужден тут местами западные термины говорить, потому что наверняка, если у вас бывали западные консультанты, они вот пытались там разные термины это прививать, воркодер. Ну, как бы в западной литературе это называется воркодер. В наших реалиях, кто как не называет этот документ, и заказ наряд, наряд задания, заказ тора, если у вас там 1С, то там сообщения какие-то есть, да, то есть заявки. То есть в зависимости от той системы, которая у вас эксплуатируется, по-разному называется этот документ. Ну, соответственно, по моему мнению, что самый точный термин, который раскрывает этот суть, это порядок выполнения работы. То есть в каком порядке выполняются операции и какие ресурсы нужны для этой работы. Обычно называют наряд заданий.